В поисках гармонии мира под таким названием в Бендерской центральной библиотеке состоялось открытие выставки члена Союза художников России, уроженца Молдовы Валерия Килевника. Персональные и коллективные выставки мастера кисти проходили в Москве, Германии, Швеции, Испании, Японии и Молдове. Открытие выставки сопровождалось звуковым альбомом. Не только художник, но и поэт Валерий Килевник представил собравшимся звуковую книгу стихов «Равновесие». В читальном зале библиотеки на суд зрителей и читателя представлены картины раннего периода творческой деятельности и последние работы художника. Вы знаете, я не могу сказать, что мне нравится все, но могу высказать мнение общее сотрудников читального зала, где проводится эта выставка. Очень нравится пейзаж. Пейзажные картины, где изображена природа, это нам ближе, это мы понимаем больше. Немножко труднее воспринимаются образы космического плана, вот философского, образы женские. Их каждый воспринимает по-разному и не совсем согласны. Но одно несомненно, вот название выставки «Мир в гармонии», оно соответствует духу и настроению картин, выставленных сегодня в читальном зале. Образы на картинах неординарные, неоднозначные. И каждый человек, глядя на произведение Валерия Килевника, понимает, что художник видит этот мир по-своему. И, естественно, делает свои выводы. Я постарался представить самого себя, свои чувствования, свои переживания в разных планах. Большой интерес вызвала картина «Ладога», написанная в 1975 году. Понравилась картина «Ладога», потому что я там был. И действительно, извините, это не придумано. И тут связан с войной, впрямую, можно сказать. Сделан он в том месте, где чуть позже, не в 41-м году, чуть-чуть позже, была организована дорога жизни. Дорога жизни, она не только по льду проходила, она проходила и водным путем. И это этюд написан в том месте, где с этого места была проведена первая эвакуация детей в блокадном Ленинграде. Вот, пожалуйста. Выставка работ Валерия Килевника продлится до конца лета. Ознакомиться с работами мастера сможет любой желающий.